Россельхознадзор Дагестана проверил продавцов саженцев на оптово-розничном рынке Сана в Хасавюртовском районе. Выявлены многочисленные нарушения. Оказалось, что практически каждый второй реализатор не имеет необходимых документов. Условия хранения посадочного материала не соответствуют требованиям. По факту проверки было составлено 12 протоколов об административном правонарушении. Управление Россельхознадзора напоминает, что покупатели вправе требовать у продавца документы, подтверждающие качество саженцев и их сортовые характеристики. Также специалисты советуют обращать особое внимание на внешний вид посадочного материала.